В Омском районе чиновники запланировали укладку асфальта в декабре. По мнению районных властей, в это время должна быть плюсовая температура. Но теперь из-за действий заказчика деревня 18-й партсъезд опять останется без подъездной дороги. Брать на себя такие риски никто из подрядчиков не захотел. Победителем электронного аукциона признали компанию «Сибдор». Она и обратилась с жалобой в антимонопольную службу. Там решили, что условия заказчика ставят подрядчика в заведомо невыгодное положение. Аукцион решили аннулировать. Омского ФАС посчитала, что заказчик установил необъективные сроки выполнения ремонтных работ. Это ноябрь-декабрь месяц, когда у нас температура уже понижается и достигает ниже 5 градусов, а есть категория СНИПов, в соответствии с которыми дорожные работы должны проводиться, когда на улице плюс 5 градусов.